отличного и радостного настроения. Спасибо вам за любовь. Радио «Столица». Слухай. Люблю вас, скоро буду дома. Ну что ж, друзья, давайте-ка подтягивайтесь. Времени остается все меньше, а ваших посланий хочется видеть все больше. Не ленитесь, пишите. Всех прощаю, передадим и всех поздравим. Лето пришло. Тащит, мальчик открытку плачет, плачет. Девочка тихо, значит. Ну скажите, ну что, зарка в нашем эфире, пусть так и за волнение, я думаю, что мы сейчас похудшаем, мне как раз таки так само, дыхание, как я, хотя так рвало. Thank you.
Что мы будем выделять в этом году? Ну, наверное, новыми яркими, интересными проектами, в том числе для молодежи. В этом году у нас нетрадиционно пройдет жеребьевка для участников детского конкурса с участием популярных блогеров. Нагадаю, фестиваль «Славянский базар» у Витебске пройдет 33 раз с 9 по 15 июня. Могилевский театр «Лялек» на тыдні показав прем'єру спектакль «Чоловік, заставайся чоловіком». Це спроба розібратися у двоїстої чоловічої природі і у тих силах, які накеровують нас, відзначають у постановочній групі. На гаджеты. Спасибо, что вы с нами. Акция по 4 августа 2024 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210. Гоу! Счет выгоды в вашу пользу! Новинка в пятом элементе только до 15 июля. Покупай телевизор LG. Thank you.
Yeah.